Никитина Анастасия на ваших экранах. Я напомню зрителям, что Алина Коцарь за свое упражнение под музыку Адана Жизель получила 22,5. Настя из Москвы, гимнастка, представляющая профсоюзы. В предварительных соревнованиях Настя была третья. В командных соревнованиях вот сейчас разыгрываются абсолютные медали. Тренируется у Елены Кокушенко. Марина, очень известный элемент сейчас был выполнен гимнасткой. Да, у него есть имя. Это был турлян, который выполнила Юлия Барсукова, наша олимпийская чемпионка Сиднея. Это равновесие Оли Белова? Да, немножко у Оли было более сложное исполнение, но Настя прекрасно выполняет турлян на полупальцах, это ее конек. Этим она завораживает зрителей и завоевывает симпатию судей. Сейчас был выполнен знаменитый элемент, который тоже носит имя нашей гимнастки Лейсаны Цвяшевой. Он описан в правилах Международной Федерации. По словам тренера Насти Карпушенко Елены